спорте. В Одессе прошел турнир по женскому пляжному футболу. Сразиться за первое место приехали команды из Каменец-Подольского, Николаева, Ананьева и Умани. О том, как девушки-футболистки борются за победу, расскажет Павел Репин. Турнир по пляжному футболу среди женских команд в Одессе проходит в 7-й раз. В Украине этот вид состязаний мало популярен, хотя он входит в раздел олимпийских видов спорта. В этом году в соревнованиях приняли участие 9 команд. Возрастной разбег большой – от 9 до 40 лет. Поскольку аналогов нашему турниру нет для девушек в стране, мы рады, что к нам приезжают играть. И, в принципе, никто не против того, чтобы играли маленькие или взрослые. Одессу представляло 5 команд, но в решающем матче главный кубок завоевала сборная команда из Умани. Играем в чемпионате Украины большой футбол, пляжный футбол. Играем где только можно и не можно. И с мужчинами играем, и в формате 7-1, и мини-футбол, во все играем. Конкретно пляжный футбол мы тренируемся 3 раза в неделю. У нас есть хорошие условия для этого. Второе и третье места достались одесским командам «Атлетик» и «Черноморочка». Приз за волю к победе и 4-ю позицию в рейтинге заняла команда из Николаева «Торпедочка». Павел Репин, Михаил Данилов, Думская ТВ.